команды. Вот 110 очков в одном сете было разыграно, представляете? Ну что ж, вновь подача, и новый у нас фигурант, ну такой достаточно привычный, от Гроцера всегда можно неприятности ждать. Другое дело, что все реже и реже мы об этом вспоминаем, да, какие-то серии могучих подач, а он таковой обладает, все-таки не часто получается. А сейчас пошло, и он своих товарищей только использует в качестве людей, поздравляющих его по итогам эпизода. Другого волейбола мы пока не видим. Подача действительно убойная у Гроцера. Волей-неволей вспоминаешь. Больше там, по-моему, 128 километров в час. В финале чемпионата Польши у него были подачи. Представляете, результативные. Не знаю, с какой скоростью эти мячи летят, но ничего не могут поделать новосибирцы. Три подачи. Еще вопрос. Судя по всему, потерял. 5.